Всем привет, дорогие друзья! Как и обещал, видео о прошивке на Xiaomi Mi Note. Пользуемся данным телефоном, тестируем уже в течение недели. И готовы вам рассказать, как же установить на данный смартфон прошивку. В нашем случае, если у вас, соответственно, нет русского языка, на русском языке MIUI. А если же, конечно, у вас прошивка не MIUI, а какая-то другая, если вы экспериментируете с прошивками, либо поставили другую, как же накатить MIUI 7 версии, самую последнюю, мультиязычную, с русским языком. Итак, в первую очередь нам, конечно же, нужно иметь сам телефон. В нашем случае это Xiaomi Mi Note. И давайте уже подготовимся. Соответственно, что нам надо сделать для того, чтобы подготовиться к перепрошивке аппарата? В первую очередь надо установить кастомный рекавери на данный смартфон. Как это делается, рассказывается в подробной инструкции. Ссылочка будет в описании. Все это делается на форуме, все это можно почитать на форуме FullPDA. После того, как мы установили кастомный рекавери, у нас телефон должен получить root. Тоже, как это сделать, уже с помощью кастомного рекавери, тоже есть ссылочка в описании. В нашем случае все эти шаги уже произведены. Как сэкономить на покупках на AliExpress и других китайских магазинах? Кэшбэк-сервис letyshops.ru позволяет экономить 4% при заказах на AliExpress и до 30% в других магазинах. Что такое кэшбэк? Кэшбэк – это возврат части денег, потраченных вами в интернет-магазинах. За активацию аккаунта на сайте letyshops.ru вы получаете бонусные 200 рублей. Также для удобства пользователей разработано дополнение для браузера Google Chrome или Яндекс.Браузер. Установите его и проверяйте наличие кэшбэка на страницах магазина. Пользуясь letyshops.ru, вы сможете выводить от 500 рублей. letyshops.ru. Быстро, удобно, выгодно. Дорогие друзья, давайте поставим сюда тестировать. Мы тестируем экран. Давайте поставим любую серию «Как я встретил вашу маму». В общем, вы сейчас, скорее всего, наблюдаете процесс загрузки. Прошивка ставилась криво по одной простой причине. Не хотела она ставиться. Как вы знаете из видео распаковки, ссылочка будет вот здесь вот аннотации, либо ссылка будет в описании. Стоял, значит, кастомный рекавери после того, как мы получили смартфон, и был установлен голый Android 6, который не так давно вышел для этой версии телефонов. Прошивочка стабильная, без вылетов, без багов. О ней поговорим подробнее в сравнении прошивок для этого телефона в третьем заключающем видео. Точнее, будет еще третье и четвертое видео. Два видео еще будет про этот телефон. В общем, смысл в том, что Android 6.0 хорошая прошивка, но мы любим экспериментировать и, соответственно, устанавливаем стабильную версию MIUI. Был установлен кастомный рекавери, не хотела прошивка грузиться второй системой на этой рекавери, пришлось установить TVRP рекавери, оно полностью на русском языке, и вот только что смартфон прошился, и первое включение вместе с вами давайте проходить. Прошивка, как я напоминаю, мультиязычная, давайте выберем русский язык, так же как и остальные языки, они здесь присутствуют, давайте выберем там, где мы находимся. Давайте выберем интернет. Подключаем. Первое включение и, скажем так, быстрый тест на... Так, пользовательское соглашение. Принимаем. Принимаем. Это позже. Далее, так, пропустить. Окей. Облачное хранилище. Давайте поставим далее. Доступ к местоположению включаем по умолчанию. Давайте по умолчанию так разрешить. Разрешить. Давайте поставим вот такую вот версию. Вы имеете возможность выбрать тему. Мы сейчас ставим по умолчанию. Все это дело применяется. И нам пишут, что настройки завершены и телефон, смартфон готов к повседневным задачам. Сразу же нам напоминают то, что Pichitu Zoom у нас делает следующий доступ к быстрым настройкам. Давайте его ставим. В общем, смысл в том, что когда вы приобретаете данный смартфон, у вас установлена вот такая вот версия прошивки MIUI. Для того, чтобы ее загрузить, все ссылочки будут на профильную тему на FullPDA в описании к этому ролику. Вам надо будет установить кастомный рекавери при помощи, скорее всего, компьютера, либо файл переименовать update.zip и установить через родной рекавери.
После того, как устанавливаете кастом на рекавере, делаете полный бэкап прошивки, которая у вас на тот момент существует. И после этого делаете все вайпы и, соответственно, устанавливаете ту прошивку, которую вы хотите установить. Вот, в нашем случае это MIUI 7 версии. Давайте зайдем в настройки сразу же о телефоне. И вот здесь вот у нас указано, что это MIUI 7.06, стабильная прошивка. Мы стали разработчиком. И здесь все, 3 гига на Android 4.4.4, Mi Note LTE. Вот такое вот короткое видео. Давайте проверим, есть ли обновление системы. Включить автоматическое обновление. Нет обновлений. Это самая последняя сборочка для данного смартфона. Вот такое короткое видео, как мы обновили свой Mi Note на MIUI 7.0.6. Всем большое спасибо за внимание, спасибо, что посмотрели данный ролик до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. У нас сейчас, напоминаю, проходит розыгрыш, осталось всего лишь парочку дней. Вы можете выиграть замечательные смарт-часы с возможностью с этих часов, соответственно, звонить. Есть возможность ставить туда сим-карту. Конечно же, пользуйтесь нашим новым сервисом gadgetmania.ru для того, чтобы экономить на своих покупках в интернете. На данном сайте мы предоставляем всевозможные купоны, скидки, акции, распродажи. В общем, все вы там найдете. Тоже ссылочка будет в описании. Всем большое спасибо. До Нового года 10 дней. Так что всех с наступающим. Всего доброго. Пока-пока.